Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи Людмилы Маркиной. Композиция называется «Наш браток». Музыка исполнения Самвела Фомовича из цикла «Ожившая поэзия». В Новокузнецке, там, в Кузбассе, открылись скверы с южной стороны. Про неустанков, что в запасе, поставили свидетеля войны. Метель со снегом одичала, в броню впилась силой злой. Но так стоит, так величаво, как будто принимает метель со снегом одичала, в броню впивала силой злой. Но так стоит, так величаво, как будто принимает бой. Чтоб сделать фото с ним на память, девчонка влезла на броню, и это фото так бесценно, как память павшим в ту войну. Стоит тут танк в далеком сквере, в снегах сибирский городок, как символ было фронта чести. Любимый всеми нас браток. Там, в Кузбассе, открыли скверы с южной стороны. Про неустанков, что в запасе, поставили свидетеля войны. Спасибо за внимание. С вами был Самвел Фомович, музыкальная композиция «Экспромт», «Наш браток», стихи Людмилы Маркиной.